Карантин могут изменить для определенной категории украинцев. Подробности. Карантин могут изменить для украинцев, которые имеют противопоказания к вакцинации. В Минздраве рассказали подробности. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для РБК Украина. По его словам, работодатель должен предложить такому лицу альтернативные варианты работы на период действия желтого или красного уровня эпидопасности. Что может предложить работодатель, например, если специалист государственной структуры? Учреждение или предприятие не может физически выходить на работу при усилении ограничений. Ему могут предложить выполнение других обязанностей, сообщил Кузин. Также такое лицо может перейти на дистанционный режим работы, выполнять какие-то другие вспомогательные, подсобные функции. Альтернативой для такого лица является также проведение регулярного тестирования, и некоторые работодатели даже такое водят. Это по сути будет ответственность и решение. Руководителя того бизнеса или структуры, где такое лицо находится, сообщил он.